движение в сторону Екатеринбурга на четвертый день. По всей вероятности, десятого сентября. Автомобиль Шкода Фабия. Механическая коробка. Базовая комплектация. Температура на улице минус 8 градусов. Видимость хорошая. Морозно. Два слова о ночевке. Готовят вкусно. Цены нормальные. Не очень дорого. Но ночью, если посмотрите 9-ю серию, концовку, подъезжают местные жители, я не знаю кто, на машинах пьяные, песни орут там, еще шумят. Персонал сразу все злой, как собаки. Большие очереди, поэтому умывался из бутылки и двинулся дальше. Останавливаться или нет, решайте сами, опять-таки, по большой нужде, если уже не в моготу. Ночью подъезжали автотуристы там или автопутешественники, не знаю, на джипах, с багажниками на крыше. Подъехали, взяли воды, поужинали и двинулись дальше. На ночь не останавливались. Интересное объявление по радио, да, в окошечке. Трасса называется Иртыш Радио FM на этом участке нет. Вчера ехал километров 200. Радио FM молчит. И сегодня дороги разные, местами хорошие, местами плохо.
ногтями, ямками. Обочина. Обочина. Грунтовая, широкая. Если необходимо, что можно на обочине остановиться. Дорога широкая. По одной полосе в каждую сторону. Без разбитной. Отбойные. Без отбойников разглядимо. Встречное движение разделено только две лестницы. Куда дело 751, не знаю. После вчерашней поездки через Новосиб машина, фары, все заляпано, еле оттер фары, задние огни. Канала, 15-го канала, на котором обмениваются водители. Может содержать ненормативную лексику радиообмен. Имейте в виду, отключите или парки. Движение слабо интенсивное. Кстати, вот почему ночью двигаться небезопасно. На стоянку подъехали аборигены, уже поддатые были, еще пиво взяли. Я сам видел, как покупали пиво в буфете. И выехали на трассу. Гаишников пока не встречал. Нет, наверное, еще. Движение комфортное, солнце в спину, не слепит. Это еще и облачность есть. Тем не менее, солнышко показалось, зеркало заднего вида. Не очень комфортно ехать на солнце. И мошенников пока не встречал. Вот этот участок дороги осталось либо мимо Правенска, что Омска, Омки, скажем так, раздольное место, где они впаривают вместе цепочки раз на другую фигню. Но
вот как вчера разговаривал с дальнобойщиками, они говорят, что их давно уже не видели. Может, после моих видео их погнали оттуда. Они могли перевеститься в любое другое место. Мы будем наблюдать. Будем наблюдать. Камера у меня на готове. Если попадутся, непременно сниму на камеру. Предложу им свои золотые изделия, которые я купил на вокзале по 80 рублей перстни с бриллиантами. Когда не нужно их полно, блин, а когда ищешь, хрен найдешь. Канал молчит пока. Ребята, наверное, спят. Разница с Москвой сколько? Часа, наверное, 3. Я не знаю. Если в Москве 8, вернее, 5:30. Здесь, наверное, 8:30. Было в планах доехать до мотеля «Уют», там записать ночной эфир, очень сильный радиообмен. Покупают, продают все, что хочешь. Более живой радиообмен, более интересный эфир. Почему это все записываю? Ну, чтобы, кто отправляется впервые в такие поездки, где бы имели представление, какое-то отдаленное представление. Для тех, кто постоянно путешествует, для них это не новинка, это не ново. Но одно дело автотуризм, другое дело начинающий, те, кто впервые собирается ехать. Делайте выводы, нужна радиостанция в автомобиле или нет. Движение составило, наверное, часов 12. Настроение было бодрое, состояние бодрое. Можно было ехать и дальше, но уже смеркалось. Вот правоту того, что не двинулся дальше, это вот ролик, короткий ролик, который в конце 9-го видео. Тоже не очень мне понравилось, санузел, душ принять, там в туалет сходить умыться, стоит толпа, ждет очереди. Женщина.
девушка там злая, как собака, упала в дискотеке, там чеки, мачка эти, стойки там возле дверей, очень. Я ждать не стал, просто вышел, взял с собой вода, умылся, направился. Автомобиль оснащен, повторю в который раз, радиостанцией. У меня баланс 40 ватт. Но есть радиостанции, наверное, получше. Да не наверное, а точно получше. Но у меня бюджетная, недорогая. Давно ее брал, цены, наверное, изменились. Вот этот детектор был против. Хорошая машина, но, наверное, нужно уже менять ее. Принимаю все излучения в радиусе 5 километров, зависит от скорости. Угол обзора 360 градусов, то есть в радиусе, что спереди, что сзади, принимают излучение. Кроме этого, навигатор X-Play. У меня навигация не только на навигаторе, но и на смартфоне, и на планшете, на всякий случай. Потому что был момент однажды, это под Ярославлем, меня отказал навигатор запасного, дублирующего не было, пришлось заезжать и покупать новый навигатор, отдали бы белый X-Play. Предустановлены две системы навигации, Navitel, обычная, iGoTrack. iGoTrack 2015 года обновления. Но все равно карта на нем устаревшая. В Красноярском крае, так там, кстати, в прошлом году сдали дорогу в эксплуатацию. Дальше ездили все по временной трассе, по временному участку дороги. Так вот, новой трассы, новой дороги там нет. Вот он показывает навигатор, как будто я двигался по полям, по лесам, по морям, не знает как. Все по чистому полю. Но таких случаев было 4 или 5, когда карта не соответствует реальной картинке. Поэтому навигатор навигатором, но нужно обращать внимание и на наружные указатели. Кстати, ну, маршрут, по-моему, Хабаровск-Смоленск. Там тоже поехал по навигатору, не обратил внимания на дорожные указатели.
Но я по памяти помнил, что дорожные указатели, они не то чтобы в тупик заводили, они делали целую петлю и вновь выводили на маршрут, который прокладывал навигатор. Дабы избежать этого, решил сразу поехать по навигатору. Завел меня в такие дебри, блин. Пришлось разворачиваться и выезжать вновь на магистрали. Потерял, наверное, около часа времени. Ну, на видео там видно. Так что надеяться 100% на навигатор, это слишком опрометчиво. На межгороде пользуюсь Айго, системой Айго, но в городе Навителлом. Чтобы более оперативно работал навигатор, я не прокладываю сразу весь маршрут от начала до конца, что обработка это занимает времени у процессора. Вот, а прокладываю короткими участками по 1000, по 1500 километров, вот такие небольшие отрезки, он и оперативнее, быстрее работает, оперативнее отвлекается. Но все равно даже вот X-Play не совсем полностью удовлетворяет моим запросам. Все равно работает медленно. Наверное, тактовая частота должна быть повыше. По-моему, у меня около 1 ГГц на процессоре. Ну, если приобретать, то обращайте внимание на тактовую частоту. Чем больше она, тем лучше. Вот в данное время, наверное, 2-2,5 ГГц, ну, самое такое оптимальный вариант. Но они, наверное, стоят подороже. Я уже знаю особенности этой навигации, поэтому при приближении к какому-то маневру, там поворот или круговое движение, или еще что-то, я максимально сбрасываю скорость, чтобы навигатор мог как бы предупредить, что ли, даю ему запас времени. В настройках выбрал заблаговременное предупреждение, но все равно где-то метров за 50 только он начинает говорить, предупреждать о каких-то изменениях в маршруте. Кроме того, на X-Play, да и на Navitelli там тоже установлены предупреждения о знаках ограничения скорости, о стационарных постах, ГАИ, видеокамерах. Но, как я обратил внимание, тоже не соответствует действительности. Может быть, когда-то они и стояли там, эти камеры, но в данный момент проезжаешь, заработал. Заработала камера видеофиксации. Это среагировал радар-детектор. А вот карта Айго, система навигации, молчит. То есть тут этой камеры нет. Потом мне кажется, как я обратил внимание, по-моему, Айго работает немножко оперативнее, быстрее, чем Навител. Здесь на карте нет ничего лишнего. Только
ограничением вашего движения и голые края. А на Вителе отражается и прорисовывается лесополоса, какие-то строения. Вот это все лишнее, оно ненужное на межгороде. В городе предпочтительнее, конечно, использовать на Вителе. День матушка, скажем так, не всегда пользуюсь на Вителе в городе. День перестраивается. Ну вот, пробежал по всему диапазону, ни одной радиостанции не поймал. Машинка маленькая, она предназначена, на мой взгляд, для коротких поездок по городу, на дачу или еще куда. Но на дальние расстояния, конечно, ну, одному еще куда ни шло, можно одному там. Лично я довольно-таки комфортно себя чувствую, когда ночую в машине. А ехать уже вдвоем, то нужно иметь в виду, что надо будет останавливаться на отдых, на ночевку в гостинице, потому что вдвоем уже будет негде развернуться, не говоря уже о том, что втроем. Для путешествия, на мой взгляд, наиболее подходящие автомобили — это минивены, такие семейные автомобили. Наверное, и джипы. Автомобиль очень легко управляем. Расход бензина за 3 дня пробега в среднем составляет 4,9 литров на 100 километров. На мой взгляд, вполне приемлемый, очень хороший показатель.
это грехнул дальнобойщик. Домой лежу.
остановка, продолжаем движение. Торговли активной на трассе пока не замечено. Так, ребята торгуются. На заправочной станции стоит автомобиль, которым они предлагают свою продукцию. В основном это спиртные изделия, алкогольные, салон, соленья, вот такое. Продают мясо, продают сало, соленое, копченое, свежее, все и прочее. Но, что интересно, я вот сравнивал цены у них здесь на трассе с ценами в магазине в Москве. Должен сказать, что в Москве стоит дешевле, чем здесь на трассе. Зачастую на трассе эти продукты питания, они стоят дороже, чем в магазинах на трассе, да и на рынках, и в магазинах в Москве. Пока тишина, особого общения я не слышу. Так, иногда перекинутся пары фраз. Температура на полградуса поднялась, 7,5. Дорожное полотно, как вы видите, попеременное, гладкое, ровное, ну и немало участков. Платками, с какими-то отеками, после ремонта на полосе. Обочина широкая, грунтовая, то есть можно безбоязненно на ней попарковаться в случае необходимости. Движение, напомню, происходит по дороге Иртыш, название Р-254, А-6. Где Р-51, не знаю. Наверное, перешли на новую маркировку. Информации, как говорится, информации не обновили.
Так, солнце бьет в левую сторону.
вот только что проехали или проезжаем, не знаю, как это будет соотноситься с картинкой на дисплее, одно из самых лучших, если не самое хорошее место для ночевки, для привала, для отдыха, для приема пищи. Отель «Омич». Он расположен с обоих сторон от трассы. Слева по ходу там заправочная колонка, АЗС. Очень большое количество больших грузов, легковых автомобилей, которые останавливаются на ночевку вот именно в этом месте. Ну вот мы не доехали вчера, я не рискнул ехать в темноту, потому что в светлое время мы бы уже не попали бы туда. Ну, запишите координаты и имейте в виду. Примерно не доезжая 70 километров до Омска, если двигаться на запад, или же 70-й, по-моему, километр от Омска на восток, отель «Омич». Координаты запишите и сохраните. Очень рекомендую и советую это место для отдыха автотуристам, автопутешественникам, тем, кто едет в дальнюю поездку, ну и кому нужно хорошо, нормально отдохнуть. На территории отеля «Омич», отеля, значит, и магазины, и мой, и там душевые, туалет, магазин, заправочная станция, гостиница, очень весь спектр. Кстати, в отеле, в мотеле «Омич» висит объявление, что жители близлежащих населенных пунктов не обслуживаются. Я когда разговаривал с владельцем этого заведения, этого мотеля «Омич», вот, задал ему вопрос. Он ответил, что да, первое время пришлось много потрудиться, чтобы не допускать на территорию. Но в конце концов это окупилось. Потому что путешественники, это туристы, останавливаются на привал, на отдых. Вот. В этот момент появляются группы пьяных молодчиков местного производства. Шумят, галдят, хулиганят, орут, матерятся. С людьми, путешественниками едут женщины, дети. Сами понимаете, какой-то дискомфорт, какое-то, как-то было неудобно. Если это дискриминация, пусть будет дискриминация. Ведите себя прилично. Никто к вам претензий иметь не будет. Проехал, что ли? Делал чекисты, где-то, говорит, сидят. Тут что ли, дома, блядь? Не, дальше, дальше, армейский-то, стоянка.
Этот грузоносный только лагуна. Мы находимся по Рыбко-Долянскому трассе 3 километра от поста до и в сторону города. Ориентир остановка Мезловод. Стоимость фуры 1000 рублей. Свободный бокс. Лагуна в канале? Лагуна в канале. Лагуна в канале. Лагуна в канале. Поезд обозами. Собрался поезд на Кринзоне. Машинка пошла работать. Это армейский. Я понял.
сейчас. Вроде бы вот он там, возле мойки. Работает, подъезжайте. К третьим воротам. Сейчас скажу, вас встретят.
интересный момент. Если поедем на Челябинск, вернемся на границу с Казахстаном. Да, в Казахстане. Первая, вторая, подъезжайте. Поэтому мы берем направление на Тюмень. Грузовая мойка на автокомплексе «Ника». Свободные два бокса. Моем горячей водой. Предлагаем дизельное топливо по цене 27,50. Принимаем к оплате банковские карты. Находимся по Челябинской трассе 200 метров от Русско-Полянского поста ГАИ напротив топлайна. Объезжаем Омск и берем направление не на Челябинск, иначе упремся в границу с Казахстаном, а на Тюмень. На казахской границе там очереди скапливать на таможне. Расстояние километров на 200 короче, но если ехать на Тюмень, это будет быстрее. Новосибирский тракт. Проблема с движением. Затруднено движение, мы посмотрим. Ранее передали, что по факту.
ехал мы, лежащие полицейские, где их шоны. Нафига полицеям стоять на такой убитой дороге? Что, разгонятся, что ли? Надо понять, дали бы ему лопату или не засыпают яму. Продолжение следует...
Thank you.